день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Славенков. Я нахожусь сейчас в очень красивом городе России, Республика Мариэл. Это город Йошкар-Ола. Сюда я приехал для встречи с новыми партнерами, которые заинтересовались нашим предложением бизнеса, который мы запустили всего лишь полгода назад. И этот бизнес за полгода начал развиваться более чем в 100 городах России. Почему это так? Потому что компания предложила уникальное предложение рынку. Это возможность сократить свои расходы на услуги ЖКХ до 70%. И самое интересное, компания предложила сэкономить не просто ваши деньги, а еще дать возможность вам заработать на том, что люди будут меньше тратить за услуги ЖКХ. И эта идея, она сейчас как вирус начала распространяться по всей России, даже по другим странам. И в Йошкар-Оле появились партнеры, которые заинтересовались строить этот бизнес. Я буквально вчера был в городе Кирове. В городе Кирове прошла очень большая мощная конференция, на которой было больше 250 человек. Это действительно такое мощное мероприятие. Это мероприятие проводило организация, команда «Альянс лидеров». «Альянс лидеров» – это обучающая система, благодаря которой уже сейчас более, по-моему, 30 миллионеров вышли из этой системы. За 5 лет эта команда стала номер один в России по тому направлению, с которым она работала. И сейчас я вас приглашаю в команду людей, которые действительно зарабатывают хорошие деньги, в команду людей, которые обучаются, в команду людей, которые путешествуют. И знаете, 2015 год, 2016 год – это годы серьезного экономического кризиса в стране, ну и в общем-то и в мире. Но в нашем бизнесе этот кризис поможет вам стать вместе с нами миллионерами. Подключайтесь в нашу команду. Буду рад видеть вас. Регистрируйтесь по ссылке ниже. Всем пока-пока!